Люблю. Практикую. На самом деле хочу все изменить. Не, на самом деле хочу все изменить. Что за ногти? Это новый стиль моды, короче. Сломалась внутри ногтя. Завтра пойду сделаю. Не, не завтра, а просто завтра. Ох, они ногти. Бабки есть в кармане, это главное, бухты на эти ногти, как они выглядят. Yeah, let's mop all together. Мне нахуй тошнит. На счет приведет ее на дом 2 и так далее, это, конечно, неизвестно, но то, что он поехал в Белый, я пару часов назад переписывала. Час назад, два. Следите за Бежесо, ставите. Фу, мы реально пошли под запахом. Блять, вот так попросить, чтобы бросить курить и пить. Блять, проснулся в Германии. Мне сегодня пиздец официально, потому что мне сегодня работа. Скоро, уже на целую ночь. А я просто, блядь, не готова. Я не спала с вчерашнего дня. Ты как относишься к Юле? Я очень позитивно отношусь к Юле. Юля молодец, Юля красивая. Не знаю, что там сейчас случилось, но я за Юлю. Сколько мне через 7 часов на работу? 2 часа мне нужно собраться. Осталось 5 часов. Я чуть не приехала. Я в пробке стою. Официально ушла. Я не уходила. Я никуда не уходила. Поспи. Где поспать, блядь? В машине. Это пиздец. Это пиздец. Я из Германии и еду в Швейцарию. По поводу Насти Балтер я уже высказала что-то раз. У меня даже так много, голова не мыслит сегодня вообще. Представляете, я спала последний раз. Вчера. Вчера. Несчастная пробка просто. Несчастная. Что-то я делала. Что же не сделала? Да непонятно, что еще сделала. Не знаю.
Сколько такси стоит? Такси стоит как золотая писька. Мне больше нечего добавить. Такси очень дорого стоит. Ну, похуй, вы же богатые, блядь. Приезжай скорее на кровь. Собираюсь в Москву. Я не собираюсь, но так. Ты Кайвик знаешь? Шо? Да. Ту-ру-ту-ту-ту. Это пробка уже минут 5. Я не 10. Я хочу домой. Ein Monat. Du bist hier geboren? Schönes Land. Говори громче. Я не могу громче, блядь, у меня силы нет. Аба? Я. Блядь, как быстрее попасть домой? Это какой-то пиздейшн. Так, ты говорил, что ты говорил, что есть проект. Я говорила, что в декабре приеду в Москву, я не говорила про проект ничего. Sorry, ich bin in München aufgewachsen, deswegen. Ja. Na, aber weißt du, auf Deutsch, das ist so eine schöne Sprache. Logisch. Alles. Es gibt so. Ich habe Wasser. Logisch. Na? Hast du Wasser? Oh, you're a god, you know? You're a god. Oh, God. I believe you don't have a corona. Thank you. Hast du Corona gehabt, oder? Nein. Я не хочу, да? Сколько стоит поездка? Дорого, дорого, блядь. Как твоя месячная зарплата примерно. Может, даже больше. Ну, блядь, сейчас не знаю, да. Вообще была в Германии, еду. 29. Это самое старое, да? Надеюсь, я где-то уже... Я... Ты не помнишь? Нет? We near home? Yeah.
что-то спросите быстрее, я не могу больше смотреть сюда. Я Фомина брату. Он даст дайм джоб, а за... Sozusagen, Max das noch? Seit drei Wochen jetzt. Drei Wochen? Ja. Und, ist gut? Scheiße, ohne Scheiß, den Augen verschwindet. Aber ja, ist okay. Immer neue Leute kennenlernen. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber lohnt es zu gehen. Bitte? Lohnt es. Paschke, da, Pony. Ja? И что? Сука, мы опять в пробке. Давай набираем Джордана. И мазо? Я уже думала, кстати, про Джордана, но... Ну, думаю, это мимо, потому что начнется, типа, левый разговор о том, что, типа, вот... Да нет, короче... Если бы я шла на проект, то я бы однозначно прям с четкой позиции вышла к Ромашову. Здесь в одной школе. Ну хорошо, спать хочешь? Конечно, хочу. Я очень хочу спать. Вы даже не представляете, реально. Мне вставать через 4 часа, собираться на работу. Я еще еду. Он сколько тебе еще? Где-то 15 минут еще. Без пробок. Да. Я бы есть. Я. Aber das ist fast Deutschland, oder? Bitte? Stadt. Вижу, вы понимали, я уже еду 2,5 часа. Я маху. Маху. Бля, что так темно? Походу, я больше не пью и не курю. Да-да-да, вот это Лейла молодец. Лейла красава. Блять, как можно было вообще выбить в Швейцарии, оказаться в Германии и съехать назад? Это когда-нибудь куда в какую-то жопу попаду, реально, типа, я проснусь где-нибудь.